Здравствуйте, уважаемые друзья! Я автор и ведущий телепередачи «Заваренко собирает друзей». Смотрите ее в Ютубе, а я сейчас для вас спою. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может и на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь, и еще звонок, и уезжаю я. Последнее прости, с любимых губ слетает, в глазах твоих больших тревога и печаль. Еще один звонок, и смотрят шум вокзала. Еще один звонок, и уезжаю я. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит, над тамбуром горит прощальная звезда. Прощальная звезда. Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль. Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль. С уважением к вам, Николай Харлов, автор и ведущий телепередачи «Заваленко собирает друзей». Смотрите на Ютубе, дорогие друзья, вышло уже 700 программ.